Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Clash Royale. Друзья, сегодня я буду вот открывать магический сундук. И у нас вот междуклановский бой. Вот со мной будет играть против меня Сокланиус Драга. Давайте-ка я попробую как-то его остановить. Посмотрим, что из этого получится. Ого-го-го-го! Итак, где же мои стрелы? Ну, как-то вот удалось, друзья, остановить. Вот забрасывает у меня просто мою башню своими войсками. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Вот так вот, где моя ярость. И еще давайте-ка я попробую как-то вот так нанести удар стрелами. Вот миньоны вперед. Ох-ох-ох, какое сражение, ничего себе. Друзья, итак, где же мои мушкетеры? И вот так здорово достается, друзья, и по-моему, да. И вот, друзья, просто затоплотал силой. Довольно-таки интересный получается сражение. Так, миньоны, давайте-ка вперед. Не удается, друзья, его остановить. Ну, вот так и вот проигрыш. Ну что же, отличная игра. Вот такие у нас классные бойцы в клане. Ну что же, замечательно, замечательно, здорово, друзья. А сейчас давайте-ка я открою сундуки, которые получилось. Ну что же, здорово, друзья. Давайте-ка мы посмотрим, что у меня попалось в этом магическом сундуке, который вот выпал. Итак, друзья, зеркало, эпическая карта. Вот, первый раз, друзья, вижу, пока еще у меня его не было. Вот, здорово. Армия скелетов, отлично. Вот, кроме того, ведьма. Ого-го, сколько? 9 карт выпало, супер, друзья. Ну вот, вот такой вот классный сундук. Множество интересных плюшек. А теперь еще давайте-ка посмотрим, что в остальных у меня сундуках. Итак, в королевском 342 монетки, кристаллы. Лучницы, рыцарь, неплохо. И всадник на кабане, редкая карта. Ну что же, неплохо. О, вот, здорово, друзья, попался мне, наконец, маленький дракон. Эпическая карта, еще этой карты у меня не было. Ну что же, замечательно, друзья. Вот такая вот интересная коллекция. Уже все пополняется, пополняется. И друзья, еще взял разряд. Вот у меня этой карты тоже, друзья, еще не было. Первая карта. Огненные духи были. Ну что же, замечательно. Итак, друзья, нужна будет ваша подсказка. Друзья, появилось множество новых карт. Как лучше обновить мне вот мои карты? Какие лучше взять? То есть я вижу, друзья, что все-таки моя колода уже стала намного слабее. Что-то нужно менять. Что надо менять, непонятно. То есть буду надеяться, друзья, на ваши подсказки, комментарии и отзывы. Ну что же, супер-супер. Вот открываем еще серебряный сундук. Посмотрим, что попадет. Вот так. Ну вот, неплохо, друзья. Итак, давайте-ка посмотрю, могу я что-то улучшить. И да, друзья, могу я улучшить нашу армию скелетов. Вот за 2000 монетки, как я понимаю, это нужно сделать. И улучшаем, друзья. Улучшаем скелетов. Вот так, здорово. Переходят наши скелетики на третий уровень. Ну что же, замечательно. Замечательно, здорово. Итак, друзья, вот нужен ваш совет. Уже появилось у меня множество карт, а именно зеркало. А ну-ка, информация. Копирует последнюю сыгранную карту за одну каплю эликсира. Прикольно. Вот, кроме того, друзья, есть. Давайте-ка посмотрим, что есть еще новенького. Вот такой вот разряд попался. Бьет по врагам, ненадолго парализуя и нанося урон в небольшом радиусе. Повреждение королевской башни снижено. Ну, как-то вот так. Итак, друзья, кроме того, вот попала у меня печь. Вот такие вот огненные духи. Адская башня, это уже было у нас раньше, арбалет. Итак, друзья, нужен совет по новой колоде карт. Вот, есть у меня сейчас, ага, вот и новенький этот дракончик попал. Я у многих, друзья, его видел. Но вот мне он первый раз попал. Ну что же, пока он слабенький, всего один. Итак, друзья, я сейчас играю с вот такой вот забавной колодой. Есть у меня заморозка, ярость принц, орда миньонов, стрелы, всадник на кабане и мушкетер и армия скелетов. Вот еще одна колода, которую порекомендовали подписчики. Армия скелетов, орда миньонов, мушкетер, гоблинская бочка, башня-бомбежка, шар.
Валькирия и огненный шар. Ну, как-то вот так. Кроме того, друзья, еще вот есть у меня вот моя самая первая колода карт. Валькирия, адская башня, шар, стрелы, орда миньонов, принц, мушкетер и армия скелетов. То есть я, друзья, вижу, нужно что-то менять. Как менять, непонятно. Есть, видите, у меня тоже новая карта ведьма. Еще я ее не использовал. Кроме того, друзья, вот ну, короче, друзья, нужно ваш совет по игре. Итак, пока я пойду, друзья, с вот этой третьей колодой карт, она мне кажется наиболее оптимальной, и попробуем, друзья, сразиться. Сразиться, выиграть несколько сундуков, посмотрим, что из этого получится. Итак, друзья, в бой. Вот посмотрим, удастся ли мне вот против китайца сражаюсь, выбить какой-то сундук. Ну что же, вперед, друзья, вперед. Итак, посылаю пока принца, посмотрим, что из этого получится. Итак, принц идет, идет. Ага, а он высылает вот башню. А я давайте-ка помогу принцу вот с армией скелетов. Возьмем еще, друзья, ярость. Вот как-то вот так. Эх, друзья, нужно было немножко возле башни поставить ярость. Тогда бы был бы полиэффект. Ну, пока как-то вот так. И вот, друзья, и очень неплохо все получается. Принц пришел к моей башне. Но у меня, друзья, есть заморозка. И я его просто вот так подмораживаю. Надеюсь, что башня его добьет. Ох, вредина, что делает. Итак, где мои мушкетеры? Мушкетеры, давайте-ка, давайте-ка. Ну вот, чудом-чудом башня уцелела, друзья. Чудом. Ну что же, тогда, друзья, давайте-ка за мушкетером еще пошлю армию скелетов и посмотрим, что из этого получится. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот так, даром, друзья, я только выпустил Валькирию. И вот моей башне пришел конец. Ну, как-то вот так, друзья, получилось. Итак, где мои миньончики? Надеюсь, друзья, удастся им отбиться. Вот, и справиться с вражеской башней. Ну, как-то вот получилось, друзья. Нужно вот накапливать эффект. Нужно, друзья, идти в атаку. Нужно вот разбивать башню противника. Ох-ох-ох. И давайте-ка, друзья, попробую стрелами как-то накрыть. Вот, здорово. Неплохо. И сейчас пока нет. Вот вредина, что делает. Давайте-ка я как-то скелетами попробую затоптать. Вот и попробую, друзья, послать сейчас принца в атаку. Надеюсь, что мы разобьем башню. Нужно срочно разбивать башню, пока не закончил таймер времени. Вот. И посмотрим, что из этого получится. И еще вот пошлю в атаку. Вот, отлично. А я давайте-ка попробую еще как-то вот так. Ой-ой-ой, что вредина делает. И давайте-ка ее подморожу. Вот, отлично. И ой-ой-ой, друзья, не туда, не туда послал, друзья, скелетов. Давайте-ка как-то попробуем. Ой-ой-ой, что делает. И вот как-то накрываем армию скелетов. И еще посылаю принца. Итак, давай-ка, принц, беги, разбивай вражескую башню. А нам не нужны миньоны. Ну вот. Отлично, удалось как-то отбиться. И вот проигрыш, друзья. Проигрыш, проигрыш. Неправильно немножко я повел стратегически. Нужно, друзья, все же вот давать противнику ход сделать, чтобы можно было контратаковать. Итак, неудачный сегодня у меня какой-то идет бой. Вот что это случилось. Ага, друзья, понизили название. Я несколько раз проиграл, друзья. Вот, меня понизили в звании из-за того, что я, скорее всего, проиграл. Друзья, кубки я проиграл несколько кубок. И вот, видите, понизили в звании. Понизился я в арене. Ну, как-то вот так. Итак, давайте-ка, друзья, попробуем сразиться. Посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, вперед. То есть, я так понимаю, были это, друзья, более сильные противники. А я давайте-ка попробую как-то вот принца попробовать раздолбать. Ну, ого-го-го, как здорово, друзья. Вот противник, и я накрываю стрелами. Ну вот, здорово. Отлично, удалось довольно-таки здорово накрыть вражескую армию. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Итак, давайте-ка я пошлю всадника на голове, пусть на кабане, пусть немножко разбивает вражескую башню.
И вот молодец, молодец. Немного, немного разбил, неплохо. И давайте-ка армии скелетом попробуем остановить гоблинов. Ну вот, тоже неплохо. Так, где же мои миньоны? Вот, отлично, справились они с гоблинами. Ну, а теперь можем пойти, друзья, в контратаку и посмотрим, что из этого получится. Итак, ну, не очень удачно. Не очень удачно. Итак, мушкетер, давай-ка попробуй вот сразиться с гоблинами и посмотрим, что из этого получится. Ну вот, здорово, здорово, здорово. Отлично, друзья, разбиваем мы вражеского который бомбами бросал, то это вам бомбардира, скорее всего. Ну вот, супер, друзья, бросаю принца. Надеюсь, друзья, удастся ему сейчас как-то добить вражескую башню, хотя не факт. Не факт, не факт, не факт. Вот видите, какое побоище произошло, просто затоптали. Нужно было все же, друзья, по левому краю бросать. Мне кажется, это было бы более эффективно. Итак, вот бросает противник. Ну, а я давайте-ка, друзья, брошу всадника на кабане. И вот еще добавим ярости. Вот. Думаю, удастся. Да, друзья. Отлично, неплохо, замечательно. Вот так. Давайте-ка мы этого всадника на кабане еще при помощи скелета попробуем как-то остановить. Отлично, неплохо. И давайте-ка вот орда миньонов. Вот останавливаем, останавливаем. Итак, где мои стрелы? Вот. Ну что же, неплохо. Посылаю я вперед еще всадника на кабане. Вот, призываю ярость и попробуем, друзья, как-то остановить. Смотрите, что делает. И вот всадник на кабане почти-почти. Вот. И надеюсь, что принцу удастся, друзья, как-то. Вот. Вот, отлично, отлично. И давай-ка, принц, добивай, 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 добивай. Вот, ну, немножко не хватило. Немножко, друзья, не хватило. Итак, посылаю вперед всадника на голове, на кабане. Бросаю вот. И да, друзья, да. Ну вот, замечательно. Итак, конец боя, победа. Удалось все же выиграть. Интересно, что мы выиграли. Выиграли серебряный сундук. Ну что же, неплохо, неплохо. Конечно, хотелось бы лучшего, тем не менее, вот такой вот бой. Отлично, друзья. Итак, давайте-ка отправимся еще в сражение. Посмотрим, нет ли дружеского боя. Вот, предлагает еще Драго мне сразиться в дружеском бою. Вот, ну пока, друзья. А, вот, ну уже как бы закончилось время. Ну что же, давайте-ка, друзья, я попробую еще выбить какой-то сундук из противника. Если удастся, если удастся, здорово. Не удастся, значит, друзья, будем стараться все же выигрывать. Итак, ждем хода противника, он ждет моего. Ну тогда, друзья, бросаю армию скелетов, а он бросает мини-пеку. Вот понемножку вот так бегут друг другу навстречу. Вот, а я пока могу выпустить и миньона. Ой-ой-ой, друзья, и что делает? Итак, давайте-ка я подморожу принца. Вот, давайте-ка мушкетером будем ему, плюс башня его как-то расстреливать. Хотя, смотрите, уже как здорово нанес повреждение. Отлично, отлично, отлично. И нечем мне пока остановить дракошу. Давайте-ка тогда я пошлю всадника на кабане. Ну вот, разбивает неплохо башню, но это, честно говоря, друзья, маловато. Вот, отлично. Итак, послал я армию скелета, а противник сделал то же самое. Вот, отлично. Ну вот, получилось зеркальный, друзья, вариант. Я скелетов стрелами и он. Ну что же, здорово. Пока ситуация равна. Не могу сказать, что кто-то выиграет. Итак, друзья, давайте-ка я поднакоплю ярость. Посмотрим, что из этого получится. Ну, пока попробую тогда, друзья, я по правой стороне послать вот армию миньонов и посмотрим, что из этого получится. А вот противник бросает гиганта. Ну что же, здорово, интересно. Вот как-то вот так. Жду, 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 друзья. Вот так, где мой мушкетер? Где мой? Вот так попробуем, друзья, как-то сразиться. И вот армии скелетом затоптать, ага. Вот не удается, друзья, не удается пока справиться.
Ну что же, зато у меня сейчас есть стрелы, и я могу накрыть врага стрелами. Вот так. Ну, опять же, друзья, зеркальный вариант получился. Вот, давайте-ка я попробую остановить мини-пеку при помощи гоблинов. Вот здорово. И, ай-яй-яй, друзья, посылаю я принца, а он посылает своих героев. Ну, как-то вот так. Ну вот, удалось, друзья, мне разбить, а он разбивает мою башню. Ну, как-то вот так. Ну что же, отлично, друзья. Итак, давайте-ка еще я по правой стороне пошлю всадника на голове, на кабане и посмотрим, что из этого получится. Вот, отлично, 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 отлично. Замечательно. Итак, давайте-ка я попробую вот так здорово сразиться. И еще вот так вот. Вот, замечательно. Итак, где же моя армия скелетов? Вот, здорово, здорово. Итак, где же мой еще всадник на кабане? Ах, вредина. Давайте-ка я вот так вызову ярость. Ой-ой-ой, смотрите, что делает. И чуть-чуть, чуть-чуть, друзья. И проигрыш, друзья. И нужно срочно, срочно. И конец боя. Ну, буквально не хватило нескольких ударов, чтобы победить мне. Ну, как-то вот так. Ну что же, не очень удачный сегодня, друзья, бой. Поэтому, друзья, нужно что-то менять в колоде. Буду ждать, друзья, ваших рекомендаций. Итак, пишите отзывы, комментарии, какую лучше колоду мне собрать. Уже появились довольно-таки неинтересные, забавные, прикольные карты. Нужно будет, конечно же, что-то новое собрать. Пока, друзья, я на этом прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока, друзья, до новых встреч.